Сегодня на прилавке только нарисованные фрукты. Все остальное убирают в коробки продавцы. Бизнесу здесь зеленый свет и не давали. Однако торговцы уверены, им не дают выгодно доработать сезон. В начале сезона нам ничего не говорили. Нам сказали уже после середины сезона. Так же не делается, правильно, с людьми? Как делается правильно, торговцам рассказали сотрудники районной администрации. Однако самостоятельно демонтировать незаконно возведенные на муниципальной земле ларьки никто из 18 хозяев не начал. Люди были уведомлены в соответствии с регламентом, существующим в этом распоряжении. Как обычно, они не хотят сами сносить, поэтому мы подключились по полной программе. Здесь не может быть никаких послаблений по данному вопросу, потому что вопиющая наглость наших горе-предпринимателей. В целом за лето в список на снос в Адлере попали 52 объекта. Если их владельцы сами не демонтируют ларьки, это выполнят нанятые мэрии службы. И счет за это вместе с судебными издержками придется оплатить несостоявшимся предпринимателям. Здесь же на Цимлянской на освободившейся земле планируется устроить прогулочную тропу или зеленую зону.